Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с творчеством художников, их автобиографией. Вот что я нашел о художнике Майкле Берге. Родился Майкл Бергт 8 июля 1156 года в городе Дешлер, штат Небраска. Когда художника спрашивают о том, где он черпает вдохновение, отвечает, что больше всего его привлекают японские эротические гравюры Шунга и искусство Ближнего и Среднего Востока. При этом Майкл добавляет, что нечуждаемая европейская эстетика. Это хорошо видно по сюжетам, в которых хорошо прослеживается влияние античной мифологии, христианские мотивы и современный сюрреализм. Главная особенность картин Майкла Бергта – двухсмысленность, которая не всегда заметна сразу. Именно она дает пищу для размышлений и заставляет посетителей галереи и выставок снова и снова возвращаться к работам художника, открывая для себя что-то новое. Майкл Бергт – мастер яичной темперы. Краски, используемые с древности, от древнеегипетских портретов до средневековых икон и шедевров итальянского возрождения. Бергт – соучредитель общества художников-темперистов. Его фигуративные картины часто изображают персонажей из греческой мифологии, таких как Сизиф, Минотавр, богиня Диана. Диана, однако, беззастенчиво современна. Татуировка оленя проходит по ее бедру. Он кладет свои фоны с сусальным золотом, а это уже техника, связанная с византийским искусством. Работы Бергта находятся в частности в коллекциях музеев американского искусства «Хрустальные мосты» и музея Де Янга. Ну вот все, что мне удалось найти о американском художнике Майкле Бергте. Пока-пока, до свидания, смотрим работы.